Идем на хорошо, идем на подкол. Собака, здравствуй. На каньонище идем. Можно срезать здесь. Ну вот мы, короче, подходим. Ты боишься сюда? Ну и смотри, там как бы вообще нормально можно. Вон туда сначала прыгнул, туда, сюда и вниз. И ты наверху. Да иди сюда. Он тебя за руку будет держать, а я его за руку. Он тебя, я его. Ну пожалуйста, можно я посмотри, ты. Давай я тогда сниму на видео и тебе дам, ты посмотришь с телефона. Смотри, вон люди на... Ебать, если прыгнуть, прям в воду долетишь. Смотри, вон на катерах. Вон на катерах пикник устроил, видишь? Они же там плавают, там вот кемпинг. А вон туалет, ты хотел в туалет, вон, смотри, вон. Да. Там? Пойдем. Мы нашли туалет. Страшно. Отец рядом стоит, говорит, дочь, сколько у меня их, две? Ладно, одна, ничего страшного, вторая села, или это жена? А, да. Вторая? Здесь несчастные случаи были. Погнали туда. Пазах, пазах, как там было? Это подгорел. О, вот тут прикольно. На вот этот камень встать, но если он, конечно, обломится, будет немножечко не очень. Вот этот вообще пиздец. Нет, вот тут камень, короче. Ты, если, короче, сюда встанешь, а вот этот я хуй, ну тут как бы мощный вроде. Вот на вот этом краю ты видишь отсюда, не видишь? Да, он тонкий. Там как бы просто пожар, блядь. Нет, там, где они стоят, там нормально. Я успею прыгнуть. Я пиздец, реакция ёбнутся. Молниеносная. Не, ну тут сразу пиздец тебе придет. Как бы там, мне кажется, ты одно ощущение испытаешь, когда, знаешь, оно будет падать, ты такой, ух ты, блядь, и все. Ну типа, ух, ебать. Такое резко и все. Да тут можно сесть. Тут полка есть специальная. Сейчас мы обоссым этот каньон. По песку бегу, по песку. Думаю, какую-то расщелину обоссать. Есть какие фотки. Классные фотки. Надо туда тоже сесть фоткаться. Куда? Видишь, ты спотыкаешься? И что? Я на крыше кипка работаю. Да, так что. Все время на крыше. Время в шоке, как ты на крыше. Так что. Короче, это не то. Это как ты типа совладаешь своей координацией. Типа ты типа. Даже не херня, координация там, до свидания. С этим. Если ты боишься, то ты начинаешь ошибаться. Вот в чем. А если ты типа хуйня, там падает даже не высоко, шляпа. Нормально, то ты типа не обращаешь на это внимания. А я считаю, наоборот, типа у кого-то более развит инстинкт самосохранения, у кого-то менее. Не, ну понятно, мы на крышах работаем, у нас вообще нету. Ну и все, куда будет? Да вот тут обход. Обход здесь же. Мы же здесь шли, что забыл? Наверх сюда. Вот не, давай тут пошире здесь шире. Зачем нам туда?
Да, да там лавочки есть, не, допустим. Вот так, вот. Нет, это ниже, это вниз идет, смотри, видишь? Пролезь? Давай, тут. Аккуратно, голова. Не пораньтесь. Да он перепрыгнул. Ёпт. Ты, я думал, перепрыгиваешь. Нет, это пойди там. Дрявый. Дрявый. Это блок. Это travel блок. Смотри, мы... хвосты как красиво, видишь, ух, и вот так зачесаны. Да. Красиво. А, да. Вообще тоненькие. Сейчас мы что-нибудь... Вообще, в результате чего это произошло? Коррозии. Да. Эти вот так. Только эти... Вот, не ломай. Да, там предупреждение, что осторожно, они сыплются. Если хорошо ударить, я шкаротист, блин. Я вот эту тоже сломаю, смотри. Видал? Я тоже. Это вообще, да, красиво? Тихо, ты сейчас все весь каньон сломаешь. Вот это вообще, да, прикольно. Гайс, гайс! Ну-ка, потянись на той. Блять, она сломает. Попробуй. Да, вот уже я тут стою, она уже подо мной все хрустит. А ты чай не сломается, она давно так стоит. Оп! Она снимает вообще? Да. Ты знаешь, что такое шпак? Движущийся. Ну, ты в поход не ходил? Ходил много раз в поход. И когда идут по тропинке, чтобы никто не запутался, кто первый там обнаружит живой камень, там предупреждают. А-а-а. 40 человек. Живой камень, живой камень, живой камень. Да. И кто-то даже вообще не помнил, где он. Но предупредить тоже. Пионерская среда. Мы дальше пойдем или когда? Нет, я домой. Ехать 4 часа, идти вообще, у кого ключи? Иди вообще в Казахстан? В общем, пофоткались. Сейчас поедем куда-то обедать, наверное. Обедать поедем? Да, поедем. В этот город. Там что, есть что-то похавать? Да по-любому что-то есть. Какую-нибудь тебе просто принесут корову. Корову. Целую скажу. Да? Да. Ну в местном. Там можно лошадь съесть, да? Тюрку, наверное. Тюрку. Горит, горит! О, смотри, это прикольный камень. Это аист. 3 часа нам готовить. Да, он можно на него залезть. А если на него залезть? Тюрка, она а можно можешь на голову залезть? Я смогу. Давай попробуем. Сейчас мы последний камень. Смотри, 1, 2, 3, 4. Короче, ты Марио. Давай. Пью. А вот сюда слезешь, ты не бойся. Я вот туда куда-то ногу ставлю.